Как вы знаете, в программе «Страна советов» мы всегда рекомендуем что-то очень полезное, но сегодня пришел тот день, когда мы дадим, пожалуй, самый главный совет. И пригодится он всем тем, кто за это лето не успел обзавестись своей второй половиной. Сегодня, после просмотра этой рубрики, вы узнаете, как правильно закадрить женщину. Поехали. Нормас, нормас. Андрей, да ты офигел или что? Итак, совет номер один. В первую очередь вы должны избрать для себя правильный образ. Я недавно сходил в самый модный магазин и прикупил себе пару шмоток. Смотрите. Друзья, теперь, когда вы во всеоружии, можно приступать к боевым действиям. Каждая девушка любит неожиданные подарки в неожиданных местах, поэтому слушайте свое сердце и удивите ее. Девушки. Что? Спасибо, не ожидали. Это вам. Нет, спасибо. Да ладно, снимать тоже. Вы знаете, для настоящего пикапера отказ не такая и катастрофа, когда есть еще один более действенный прием. Внимание, туристический стул. Туристический стул 100% рабочий вариант. Его можно увезти в любую точку. И будьте уверены, девушка никогда не откажется присесть с него. Будьте добры. Будьте добры. И, наконец, помните, если у вас есть машина, то вам никогда не откажут. Желаю удачи на поле битвы. Эй, красавица, идите сюда.